Здравствуйте, дамы и господа, мы 15-й ролик из того самого обещанного марафона BTS, который продолжается. Называется композиция Blood, Sweat and Tears. Получается, кровавая сладость и слезы, или кровавые сладости, кровавые конфеты, ведь sweet это как конфета еще может переводиться, возможно. Поэтому все ссылки на экране, ваши лайки, комментарии, подписки, колокольчики, это очень сильно мотивирует продолжать делать дальше. И давайте наслаждаться. Секундочку. Опа. А не Иероним ли это Босх, один из моих самых любимых художников-сюрреалистов? Похоже на его работу, похоже, ну, либо на какого-нибудь логического продолжателя его деятельности. Ну да, если вы хотели узнать про моих любимых художников, то да, Иероним Босх входит в топ. Вот, кстати, интересно. Ну, во-первых, очень мягкий, красивый такой звук, нежный. Но я что заметил, когда нужна какая-то очень высокая партия, это пока мое личное наблюдение, может быть, оно не так. Но нужна какая-то партия, где нужно чуть-чуть мощи подать в вокальной, ну, в высокой тесситуре, они Чонгука выдвигают на передний план. А когда нужно прямо вот это такого... такого томного, мягкого голоса добавить, опять же, в той же тесситуре, но немножко другой тембр, это Чимин. Чимин, я хотел Джимин сказать, вот перепутал, какое я хотел сказать именно произношение. Чимин, короче, вот Чимин. Вот, он обычно в этом плане более так мягко и сладко звучит, чем Чонгук. Опять же, я, возможно, сейчас разгневал фанатов и одного, и другого, но я вот что имею в виду, что чаще всего до этого во всех этих клипах, если я с ума не сошел за все эти часы съемок, я наблюдал, что Чонгук выходит именно когда нужно поддать такой мощи на высоких нотах, и именно чтобы она, ну, не чувствовала, что он как бы напрягается. А Чимин, вот именно сладости добавить. Возможно, это только совпадение, может быть, дальше все изменится. Но пока это так. Мне очень нравится, там есть гитара, я немножко придавил себе ухо, чтобы услышать получше. Там есть гитара, такая достаточно яркая, тоненькая, но она есть, это добавляет живости. Плотная бочка и бас, но бас, если не вслушиваться, то ты его не заметишь. Но если слушать, он есть, он такой оказывает определенное давление, но... Кстати, да, я же говорил в одном из прошлых роликов, я обычно вокал обсуждаю в конце, но тут, да, могу сорваться. Вот, сорвался в самом начале, говорил про вокал. Money.
Широту моих стульных танцев ограничивает широта моего объектива. Я бы подергался сильнее, и как бы и таз, S по-другому двигается. Я уверен, что в странах Латинской Америки эта песня возымела, возможно, даже больше успех, чем в Корее, потому что здесь вот такой латино-вайб идет в припевах, который всякие любители Деспасита и Носа-Носа таблетки от известно чего в рифму, наверное, очень-очень любят. И никакого, как бы, этого плохого отношения, просто говорю, что подобные песни, вот, которые я назвал, и это, у них есть вот общий вайб. Только там у них вся песня такая вот, такая латино-танцевальная, а здесь вот именно припев. Слушайте, здорово. А я уже не знаю, может тоже пидок написал, кто его знает. Кстати, перкуссия тоже, опять же, очень хорошо подобранные клэпы, уже рот закрывается, хай-хеты яркие, и сама картинка клипа мне нравится. Похоже на фильм, но тут нет вот этого паршивого зерна, который иногда любят добавлять. Мне кажется, это для клипов чаще всего это пошлятина. Тут такое, знаете, вот прямо сильного-сильного зерна очевидного нет, поэтому это хорошо. И да, плюс мне картинки на превьюшку удобнее нарезать, когда этого зерна нет. Очень хорошо прямо качает нас припев. Я говорю, я сижу, я вот на стуле. Я боюсь, что я сейчас стул движениями таза проломлю и буду стоя записывать все дальше реакции, разборы и так далее. Но прямо, знаете, тело само просится в пляс. Это заслуга ритм-секции и низкочастотной составляющей, которая влияет больше на физиологию. И да, сейчас пошел какой-то момент с высоким вокалом, я хочу им насладиться и удовлетворить свой фетиш с высоким вокалом. Hito was a tempter. Hito was a link to the second. The evil world with which I no longer wanted to have anything to do. Напитом.
Красивый клип, и вот в чем дело. Я задумался в конце, когда появились вот эти крылья, похожие на лебединые. А не у BTS ли есть композиция, которая называется Black Swan, то есть Черный лебедь? Хм, задел ли это на будущее? Знали ли BTS о том, что снимут этот клип или их продюсеры? Мы узнаем во время этого марафона. Очень, очень странно, походу соседи решили шкафы ронять. Грохот страшный. Ох, я живу в дурдоме каком-то, меня окружают психи. Вернемся к BTS. Понравилась мне эта композиция, она зажигательная, танцевальная. Это вот то, что мне нравится. Опять же, такое, знаете, яркое, энергичное. Были моменты здесь и спокойствия, голоса хорошо раскрыты. Вопросов нету, вопросы, кто продюсер, я хочу... Я должен, научите меня, научите. Научите меня. Не, слушайте, здорово. Просто одни эмоции, видите? В некоторых песнях я сижу больше душню и занимаюсь аналитикой, а в некоторых просто кайфую. Возможно, это одна из тех, которую можно отнести к категории номер два. А знаете, кого можно отнести к категории люди, которых я очень люблю и уважаю? Вот этих людей. Спасибо большое, бустеры. Дамы и господа, мы, спасибо. Вы поддерживаете меня, и мои щеки не настолько впалые, как могли быть. Хотя, с другой стороны, худоба вроде бы популярна, а я пытаюсь следовать по пути айдолов, поэтому я одинокий. Ладно, не будем об этом. Там ссылки на экране, можете подписаться. MP Reviews – канал с кей-поп новостями, MP Live – канал со стримами, телеграм-канал, там можно все узнать, когда какой следующий ролик, там стримы, написать в комментариях что-нибудь, поделиться любимой музыкой и так далее. С вами, как обычно, был Максим. Спасибо вам за все и до новых встреч. Пока.